Посадка пешки этой записи. Сначала немного выпендриться я решил. Пролет на большой скорости, разворот на горке и посадка. Посмотрим, что из этого получилось. Кривоватая посадка, но посадка. Сейчас на взлет, набор высоты и заход по новой на посадку уже по-нормальному.
такой дальности, в принципе, можно делать заход на посадку. Ну, чаще всего я это делаю ближе. Внизу видно скорость, с правой стороны тяга двигателя. Целюсь на начало полосы. Очень неплохая посадка получилась.